Всем привет, мои дорогие! Отличного вам настроения! Забрала возврат сезона. Сейчас хочу показать вам, если кто не в курсе, кто не знает, какими вообще бывают возвраты и вот в каком состоянии они доходят. Я, конечно, каждый раз, когда получаю возврат, в таком диком шоке, но сегодня, наверное, еще в большем шоке, потому что даже вот смотрите, вот без преувеличения, вот как есть просто коробка, да? То есть, видите, от нее уже ничего не осталось. Соответственно, что там внутри? Сейчас посмотрим. Так, открываем. Я вам сейчас расскажу, по какой причине этот возврат. Будете долго удивляться. Ну, мне в основном, знаете, интересные такие возвраты. Да, да. Ну, разумеется, вот видите, все. То есть это уже просто на выброс. Все разбито. Это я ложу подарочек обычно, от которого тоже уже ничего не осталось. Это демпперы. И, кстати, почему-то только здесь 4, может, там еще где-то. Просто я на каждую штучку ложу. Так. Тарик садится. Это пакетик, который приклеился куда только можно. Ладно, ленточка к этому пакету. Это же все-таки подарочный набор, поэтому я так его собираю. Так, ну что здесь? Вот, знаете, даже одной рукой не стала я ставить камеру. Видите, все, здесь разбито полностью все. Но дошло до покупателя это в целостности. Почему, я вам сейчас расскажу. То есть, по какой причине был возврат. Здесь, понятно, вот два предмета, они уже разбиты. Что у нас дальше? А, низ шкатулки целый. Да. И остается здесь поднос. Неудобно мне одной рукой, надо было все-таки на штатив поставить. Ну ладно. Скорее всего, он тоже где-нибудь отбит. Ой. Да нет. А, ну да. Все, можно даже дальше уже не открывать, потому что вот. То есть все, абсолютно все разбито, кроме вот нижней части шкатулки. Здесь у меня внизу бумага была вот такая. А, причина возврата такова. То есть, вот они наборчики, у меня их заказали. Просто не буду на разбитом показывать. Вот они вот такие наборы, у меня их заказали два. То есть, первый, мне вначале заказали один набор. А, по цене, да, там, по цене, на, ну, которая на Озон. Проходит несколько часов, и у меня запрашивают скидку. То есть, ну, я же не знала, кто запрашивает. Я даю эту скидку. Одобряю ее, и у меня заказывают еще один такой набор. Все, я отправляю два набора, то есть от первого никто ничего не отказывается же, я отправляю два набора на один адрес. На один адрес. И что вы думаете? Доходит туда до получателя два набора, и в итоге один набор возвращают, тот, который первый был заказан по цене большей, его вернули. А тот, который второй, оставили. То есть без причины, ну, мы так поняли причину, да, то, что дешевле оставили, там из несколько рублей получилось то, что дороже, отправили мне назад. Вот так. Вот, так что вот такие дела. Из этого оставляю вот только нижнюю часть, остальное все сейчас выбрасываю. Что я хотела сказать? Частая причина возвратов как раз-таки... Я не знаю, мне кажется, заказывают несколько штук у нескольких продавцов. И вот такая же ситуация, как у меня сейчас была, когда заказывают у одного продавца. То есть у меня заказывают два набора, там два предмета, да. Выбирают из них, если это разные цвета, что какой-то один цвет, а обратно отправляют. Это, конечно, очень неприятно. А здесь вот еще со скидкой такая, ну, не знаю, такая глупая ситуация. То есть... Понимаете, мы продавцы, да, мы же отправляем, оплачиваем
доставку туда, доставку обратно. То есть все это высчитывается, еще в итоге получаем вот разбитый весь товар, который уже, ну все, теперь его как бы никуда. Ну, полные убытки, одним словом. И вот это вот очень часто, меня вот это вот, конечно, если честно, добивает. И была ситуация такая с букетом, я тоже вам рассказывала, показывала, к Пасхе заказывали букет из мыла. Ну, вот они, букетики стоят, да, вот такой букет. Приблизительно такой, не именно такой, но приблизительно такой был букет, его заказали. И потом этот букет, когда праздник прошел, его вернули мне назад. То есть вот такие дела. Праздник постоял, этот букет у людей, и затем его решили вернуть. Ну, много всяких ситуаций, много всяких возвратов. И я сейчас ни в коем случае уже не удивляюсь. То есть поначалу меня как-то удивляли эти возвраты, сейчас нет. Это как бы уже привычная такая норма. Чем дальше, тем привычнее. Конечно, это неприятная привычка, но что делать? Кто начинает заниматься продажами на Озон, то нужно быть готовыми к тому, что возвраты будут, особенно если это вот хрупкая, да, какая-то продукция. Бывает, что возвраты по причине доставки. То есть, да, вот как мне сейчас пришло отколото, но здесь мне и не упаковали назад. То есть оно пришло все в таком шатком состоянии. Я обычно упаковываю, очень стараюсь качественно упаковать. А тут просто в коробку назад сложили, и все. А бывает, что где-то там и треснет по дороге, дойдет к покупателю, и он, конечно же, возвращает. Но тут хотя бы, знаете, причина бывает понятна, что да, разбитая, зачем забирать. Но вот эта вот ситуация, когда заказывают несколько штук, а потом выбирают, да, по цене еще особенно, там вот, вот эта ситуация со скидкой такая нелепая, она вот как бы так. Все, мои дорогие, это все, что я вам хотела сказать, показать сегодня. Сегодня вот просто про возврат. Увидимся с вами совсем скоро. Если кому-то что-то интересно, пишите, я отвечу в комментариях, либо же пишите мне в ВК в личном сообщении. Также оставлю вам ВК, пишите, если кому-то нужно ссылочки на Озон, могу артикул скинуть. Все, пока-пока.